help the main remedy, but this will not, they cannot, they will not have a ability to cure. Strength is not enough to penetrate into the body. But I meant with these fevers, alternating chills and warm, so as acute state, it can be healed with loop. Yeah, not lower than 30. Not lower. Because in this chills and feeling of heat, these are sensations, more than physical. More than physical. More than physical. He feels thirsty, sometimes thirstless. All these are more than physical. They are not physical symptoms. Only sweating and pain, swelling, these are physical. I will translate. Я спросила, можно ли этот препарат использовать как при острых состояниях, без, если у нас есть физический симптом, без ментальных симптомов. Вот. Она сказала, что Ганиман широко использовал это при уплотнении во всяких железах. Но это если использовать в низких потенциях, то это просто снятие симптомов, то есть это паллиация, это не лечение. Так же, как при уплотнении можно использовать, сейчас они используют калькариофлор, D6, шуслеровскую соль, и также фиталяку в материнском разведении. Это просто снимает симптом. Это не лечит заболевание. Теперь обратимся к модальности Маурам Металлику. You already know. You just cited all the modalities. Huh? You just told about almost all the modalities. So you can ask if we were attentive enough. What is the most striking? Какая модальность наиболее яркая у Aura Metal? Нам сейчас много говорит про модальности. Давайте, кто внимательно слушает. Amelioration on fresh air and aggravation in worms. Yes. Except head. Yes. Head is vice versa. Чего? Молодец, да. Ulcers with vascular. Но это не модальность. Это характеристика симптома. Модальность — это когда улучшаются, когда ухудшаются, Ага. Amelioration after shower. After taking shower. Yes. Улучшение от душа, вот тут говорили, потом говорили улучшение на свежем воздухе, ухудшение в тепле. Для головы наоборот, ухудшение на свежем воздухе. Also in arthritis and rheumatism, starting movement is very difficult, but then a continuous movement gives relief. Yes. Good. Хорошо. Молодцы. So generally. Also, pains are worse in night. So the generally aggravation at night. They start at evening, worse at night, and they will be better in the morning. И общее ухудшение, значит, ночью. То есть симптомы накатывают вечером, ухудшаются совсем ночью и совсем проходят или сильно улучшаются к утру. Just when he raises, then there is the aggravation. But little after he starts his movements and doing work, all the pains are a bit ameliorated. Утром не сразу после просыпания, а после того, как он встанет, потому что утром тоже ему нехорошо, потом он встает, немножко расходится, и у него. Eye symptoms are ameliorated by vigorous exercise of eyes. Ameliorated. Yes, yes.
Еще мы помним, что симптомы со стороны глаз получаются от активных упражнений для глаз. Не только зрение, а симптомы, там говорит, как на вечере. Generally cold, emulates, and he in warm aggravation, but the head symptoms are there. Да, мы уже произнесли это, что обычно на поводу улучшения всех симптомов было главным. Она, знаете, в тепле улучшение. Ой, улучшение. А для головы это правда, на поводу улучшения, а тепло улучшение. Улучшение для глаз на полную луну. But there will be emulation from pressure.
capsicum can be combined in cases of burning inflammations. Inflammations. Burning. Как капсикум может сравниться с аминокислотами в части воспалений, а инфламмейшн и жгучих болезней? But this ulcers with vascularity differentiates aurometallicum from capsicum. Но aurometallicum отличается от капсикума вот этими вот сосудистыми сеточками вокруг вокруг язв, изъязвлений. This in calcarea curve can be compared with night terrors. С калькарией карбоникой аурометаликум может быть он сравним in what? Anxious sleep. Anxious sleep. Под тревожному сну. Anxious sleep is in very a lot of medicines. No? Anxious sleep is in many. That's we are comparing. Ну, в общем, сравним вот. But Aurometallicum has more sensitiveness. Но у аурометаликума чувствительность больше. And emotional. And? Erotism, emotional, over emotional. И эмоциональность выше. Раздражительность выше. China and coffee can be compared with aurum metallicum in hyper excitation, excitement. Перевозбуждение у aurum metallicum похоже на перевозбуждение кофе and China and и хины. Hyperemia of lungs from heart secondary to heart. We see in aurum metallicum, either it may be lungs, or it may be liver, or it may be kidneys. Generally, they are secondary to heart. Mm-hmm. Secondary to heart complaints. Mm-hmm. Secondary to heart, which preparation also? That's comparison with which? This can be compared with digitalis, ferrum metallicum, glonine. Значит, вот то, что все симптомы, они обычно, все симптомы в других органах обычно вторичны к сердечным с жалобам, это общее у aurometallicum, а также у glonium, digitalis, digitalis, glonium and? Digitalis, ferrum metallicum, glonium. И ferrum metallicum. Вторичность симптомов в других органах по отношению к сердечным симптомам. Deep ulcers, scrofulous ophthalmia. Deep ulcers and scrofula. Ophthalmia. 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 Pain in the eyes. Scrofula, посмотрите, пожалуйста. Scrofula. Scrofulous means forming pus, suppurative. So then repeat, please. I already forgot the beginning of the order. So Uzina, syphilis. In these conditions, aramet can be compared with heparsulf, iodium. Значит, образование гноя в глазах и so pus in the eyes and pus in the ears. В ушах. Deep ulcers. Deep ulcers. И глубокие язвы. Узина. Вот эти выделения гноя. Они сравнимы. Now, which medicines we are comparing? So, in our metallicum and? Калибихромикум. С калибихромикум. Heparsulf. Гепарсульф and the three remedies we are comparing.
Calibacrum. Calibacrumicum, I see. Only two. Yeah, iodium. Iodium. И с йодом. Йодиум. Йодиум. In syphilis, it can be compared with calcarea, calicarbon, caliiode, calicarb. А по сифилитичным симптомам его можно сравнить с калий, каликарбоником и калийодатом. Калийод, yeah? Калийод also. И калийодат. Great anxiety at heart and desire to move about, this can be compared with calibromatum. Ага. И сильная вот эта вот тревожность, тоска в сердце и желание двигаться, это сравнимо с Брометом. С калибром. Никто ничего не записывает. Желание двигаться. А wish to move. To move, yeah? Wishing to move. Anguish, yeah. Anguish. Hernia, prolapse of uterus, this can be compared in palladium, platinum, many remedies. Palladium, platina, palestilla. Про выпадение матки и паховые грыжи, кроме aurum metallicum, такую картину дают пульсатила, пульсатила and? Pulsatilla, spigelia. Спигелия. And? Силиция. Силиция. Сепия. Сепия. Сульфур. Сульфур. Очень многие препараты дают. Очень многие препараты дают такие картины. So this aurum metallicum is antidoted by belladonna. Aurum metallicum антидотируется белладонной. Чина. Хиной. Cocculus indicus. Cocculus indicus. Кофе. Кофе. Cupramet. Which? Cupramet. Купрум металликум. Меркуриус. Артутио. Меркуриус алюбилис. Извините. Пульсатила. Пульсатилой. Сепия. Сепий. О, антидотс. Вау. They antidote the action of. Ага, все эти препараты, они антидотируют действие aurum metallicum. So this can antidote Merxol. А меркуриум солюбилис. А aurum metallicum can antidote. Aurum metallicum является антидотом к меркуриум солюбилис. Merxol, spigelia. И спигелия. Spigelia can antidote aurum metallicum. Aurum metallicum can antidote spigelia. Со спигелия они как бы взаимные антидоты. Chronic effects of alcohol. А? Chronic effects of alcohol can be antidoted by aurum metallicum. Хронические эффекты алкоголизма тоже антидотируются aurum metallicum. And also the action of caliiode can be antidoted by aurum metallicum. Action of caliiode. Также калийодином может быть антидотирован aurum metallicum. So this completes our study of aurum metallicum. На этом мы закончили наше изучение aurum metallicum. So yesterday Nanda Gopal asked for the best time of use of tissue salts. Best time? Time. Time? Ага. Ага. Да, хорошо. У Петра был запрос, чтобы Ананту объяснил нам, когда самое лучшее время для приема шуслеровских солей. Солей Шуслера. Vasudeva is asking a little question.
when we use aurum metallicum as to antidote what he is antidoting, mercurium solubilis or spigelia, yeah? Then during this antidoting, does he give its own mental symptoms? Yeah, a little bit, yes. Чуть-чуть, да. Because any medicine which is given to, which is taken by human constitution, Любой медикамент, который мы вводим в конституцию, он обязательно произведет свои симптомы. Also in treatment, when we give our remedy, there will be little new symptoms. We should not be afraid by seeing them. Каждый раз, когда мы даем препарат, мы можем увидеть какие-то новые симптомы, и нам не нужно пугаться их. Because if we see the constitution and we gather the totality of symptoms, потому что если мы видим конституцию, собрали совокупность симптомов, the most similar remedy was selected and given. Мы подбираем самый похожий препарат, даем его. But it is not all the symptoms, it has some new symptoms. Но, естественно, этот препарат имеет не только те симптомы, которые мы выбрали, а у него также еще куча других симптомов. Because these are not there. These are there in the as a medical property of that remedy, but they are not present in patient. Those symptoms are also there. А у него есть симптомы, которые свойственны этому препарату, но они не присутствуют в данном пациенте. For example, a person came to us with this deep depression, suicidal tendencies. Например, у нас был пациент с глубокой депрессией, с суицидальными наклонностями. And congestion at heart with palpitation. С конгестией в сердце, сердцебиением. Aggravation at night. С усилением симптомов ночью. Then we have seen everything and his constitution is, he is also with false plethoric constitution. Мы увидели все эти симптомы, также увидели, как он выглядит. Он выглядел таким очень... У него была ложная плетора, то есть он выглядел очень полнокровным и здоровым. He has history of suppression with mercury. И у него в истории было подавление препаратом, содержащим ртуть. So, depending upon all these things, we have given aurum metallicum. На основании всех этих симптомов мы назначили ему aurum metallicum. Then in 2 or 3 days, he might have some swelling in at tonsils or swelling in the scrotum. И через 2-3 дня у него начался отек небольшой в этих в миндалинах, в паху. Then we should not be agitated. Then we should not be agitated by this. Но нас это вообще никак не обеспокоило. Because patient is agitated, it is natural. Because he does not have indigestion at all in the past. Ага, и этот нужно понимать, что пациент будет сильно обеспокоен. Он к вам обязательно обратится, скажет, что у него новые симптомы, потому что у него раньше таких никогда не было. Then you have to give him placebo. Yes. Тогда вы должны ему дать плацебо, сделать круглые глаза, сказать, что вы обязательно поможете и дать плацебо. Это я от себя добавила. Then within 4 or 5 days he comes and says, oh, this remedy is very good. Тогда через the previous remedy, because this remedy cured all my pains. И тогда он придет к вам через несколько дней и скажет, вот этот второй препарат был гораздо лучше, потому что он вылечил и предыдущие симптомы, и те, которые вот у меня начались. Because what you have given previously, depending upon similarity, it reduces the heart pain also within 2 or 3 weeks. In the meanwhile, it produces this induration of glands, which was not there in the history of the patient. Потому что этот препарат, он, ну, по ходу уменьшило сердечные там проявления, вот, но вызвало вот это вот уплотнение в железах. But that is produced by the action of remedy. Но это уплотнение было вызвано просто действием препарата. But as the action of remedies are only temporary, it will go by itself. Но так как эти симптомы, которые вызывают препарат, при однократном приеме, они очень, ну, они приходящие, они быстро проходят. Then he will say, oh, this placebo, this is very good remedy in homeopathy than aurum metallicum. He will come and say to you.
Тогда он придет к вам, значит, после этого скажет, вот да, вот это ваше плацебо, но он не знает, что это плацебо. Скажет, вот это вот такой вот препарат вообще. Первый плохой был. Many times it is true. Patient will come and tell to us every time. Да, в большинстве случаев так и получается. Because once a lady, when Marsh was working in university, a lady came to him at night. Однажды, когда мастер работал здесь в университете, к нему ночью пришла женщина. She said that there was excess bleeding, and it was with clots, and there was much weakness. Она сказала, что у нее очень сильное кровотечение маточное с этими со сгустками, и у нее сильная слабость. Severe colic. Сильные боли в животе. Then master has given ferrum metallicum. И мастер дал ей феррометалликум. 230 or 200 CH. То ли 200, то ли 30, я уж не помню. I remember 30. Yeah, you told us. 30 или 200. Then the attendant, her husband came within 2 hours and he said, oh master, the bleeding was increased, please help me. И через 2 часа прибежал ее муж уже и сказал, что ей стало совсем плохо, кровотечение сильно увеличилось. Пожалуйста, помогите. He was more anxious than the patient. И муж был гораздо более обеспокоен, чем сама пациентка. Then master has given a bottle and he said, you see, only you give this every 2 hourly, not more than or less than that time. You put a watch. And every 2 hours you give a dose. Тогда он дал ему несколько доз вот этого плацебо, вот, и сказал, это только смотри, аккуратно нужно принимать, нужно каждые 2 часа принимать препарат, не меньше, не больше. Then next day the person came and said, oh master, you have given the first dose, it is worse, but the second dose what you have given, it is excellent, because every time I have given her, she was feeling better. И тогда на следующий день муж пришел и говорит, ну вот те препараты, которые ты мне дал, вот первый был дурацкий, он вообще не помог, а второй уже помог, помогал потом с каждым разом все лучше и лучше. Издеваются над нами. Then master said, wonderful. Мастер сказал, очень хорошо. So, If there are new symptoms in when after we have given a homeopathic remedy, then we have to just observe what are the new symptoms. Are they dangerous to the patient, or are they belong to the remedy? Are they temporary, or are they in the old history of the patient? We have to see. И нам нужно быть очень внимательными к этим к этим новым симптомам, когда человек к нам приходит. Мы должны понимать, действительно ли это новый симптом, и просто болезнь повернула в другую сторону. Либо мы должны понять, этот симптом принадлежит пациенту или принадлежит препарату. Либо еще вариант, что у него появляется предыдущий симптом, который у него в истории. То есть мы должны историю просматривать, если у него раньше были такие симптомы, допустим, они появились, это уже хорошо. Because sometimes after giving medicine, the present complaints are, patient is feeling better in those things, and sometimes he gets the old symptoms. Потому что иногда, когда мы даем правильный препарат, у человека проходят те симптомы, с которыми он пришел, но у него появляются новые симптомы, которые раньше у него в истории были, предыдущие симптомы. When the patient is agitated and he comes, oh, so many years back I have these symptoms, and I don't know, these symptoms are better, but all those symptoms are coming, and he will be so afraid. И в таких случаях пациент прибегает очень взволнованный и очень расстроенный, потому что он говорит, ваш препарат помог вот мне от моего состояния, но такой ужас, у меня вот обострилось то, что было давным-давно, и я так рад был, что уже освободился от этого, а теперь это все снова начинается.